Всех приветствую, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш, игра у нас Clash of Kings. Итак, друзья, вот этот новый замок для розыгрыша. Розыгрыш, ребят, будет у нас проходить завтра в 20 часов по Москве. Сегодня я, к сожалению, уезжаю сейчас, время у нас 17:22, освобожусь я поздно вечером, поэтому, ребят, розыгрыш будет завтра. Условия розыгрыша точно так же все, пишите мне сообщение в игре. На мой замок. Я нахожусь в королевстве 2066. Я попрошу, меня сейчас поставят на пост. Меня будет легко, ребят, найти. Поэтому просто напишите мне сообщение любое. И я выберу потом методом тыка одного из игроков. Прямо на стриме. Это будет, ребят, завтра. Вот. Замок у нас вот такой вот. Простой, конечно, замок. Но, так сказать, есть и хорошие моменты, и... Короче, ребят, замок нормальный для игры, для начинающих и для средних игроков, само то подойдет. Навыки есть неплохие, здоровье здесь можно сделать 600 с лишним, на войсках, думаю, даже больше. Герои неплохо так раскачаны, Джоу Юнь, Сельма, Кристина. В основном на Джоу Юне был упор сделать. Строя есть, ну, надо тут собирать, я его, ребят, ничего не настраивал, ничего не делал, уверен, если я засяду здесь... Можно будет что-то еще выкопать, просто мне пока некогда этим заниматься. Хотя нет, построить тут ничего не сделать. Так, ну короче, надо, ребят, смотреть. Замок мне подарили, точнее предоставить для розыгрыша. Спасибо большое владельцу этого замка. Ну все, он себе новый купил, поэтому этот замок ему не нужен. Отдает, так сказать, в хорошие руки. Неплохо здесь накоплено у нас для питомцев камушках всяких. Ресурсы имеются, так что развиваться, ребят, можно, нужно, и кому-то замок этот достанется. Хочу, ребят, поблагодарить всех, кто поддерживает меня донатом. Огромное, ребят, спасибо. Это можно сделать в описании под роликом. Есть карта, у меня мир. У кого есть возможность, можете поддержать меня. Огромное спасибо Екатерине, Ксении, Дмитрию и Алексею за поддержку финансового моего канала. Очень вам признателен. Еще раз спасибо. И также, друзья, не забывайте, что я создал для себя канал в Телеграме. Заходите туда, вступайте, будьте в курсе всех новостей, которые у нас будут проходить. Я пока что не особо владел, так сказать, этим, как это правильно называть, этой соцсетью. Но, в принципе, если YouTube закроет, Инстаграм у меня уже закрыли, так что в любом случае надо будет искать какую-то альтернативу. И вот Телеграм будет этой альтернативой. ВКонтакте совсем я далек от этого, так что... Там ничего делать, ребят, я не буду. Вот. Ну а также, ребят, не забывайте, что есть у меня WhatsApp. Туда можно писать всегда. Я отвечаю всем абсолютно по возможности. Пишите все ссылочки на WhatsApp в описании. Мой номер в описании. И не забывайте, ребят, участвовать в конкурсе. Скоро у нас будет КВК. Суббота на КВК. Этот замок надо будет готовить. Советую в нем играть от обороны. Здесь через альянс. Просите, ребят, подкрепление. И заниматься, так сказать... войной. Королевство здесь, ну, прям толстенное, на самом деле толстенное. Есть русские альянсы сильные. Можно будет познакомиться, куда-то зайти, куда-то играть и, в принципе, обрести для себя интересную команду. Королевство здесь не мертвое и очень толстое. Поэтому участвуйте, ребят, обязательно в конкурсе, выигрывайте и играйте. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Напоминаю, конкурс будет завтра в 20 по Москве. Все, всем пока.